уже начинают расти. Вот, там вот скоро покраснеет. В этом году очень много будет. Придется на рынке часами сидеть. А что у тебя-то тут с клубничкой? С клубничкой все хорошо. Тут, если поискать, красненькие найдутся. Ты ж в прошлый раз тоже тут срывала таз целый на рынке. Смотри, вот. Как раз таки я думаю, если поискать, можем таз клубнички набрать, на рынок отнести. И 2 ведра молока. Да, еще нам сказали надо. Еще 2 ведра молока. Ну, ладно, я сегодня так устала. У меня, блин, спина болит, я аж ведра нести не могу. Ой, я тоже вообще мне не разогнуться. А завтра нам еще, блин, 3 коров доить нужно. Ты, наверное, забыла. Нам еще соседи 2 коровы поручили. Да ты что? А нам же еще сказали, что картошку наполоть целую поле. Тьфу! Слышь, ты с какого района, мальчик? Ты кто такой? Что делаешь сейчас? За огурцами привез? У нас нету. Все распродали. С какого района? Я вообще с Москвы. Ничего себе, Клав нам понаехала тут. Эх, Клав, что, Клавок, что ли? Да какая Клавокок? Она максимум на гузею подтянет. Людка! А, Людка! Тьфу! Деревня! Пойдем спать! Какая Гузеева? Сама ты... может, в ресторан сгоняем? Какой ресторан? У нас тут своих полной кастрюли борщей, пюрешек. Не хочешь к нам зайти на чаек? Вот рыбные котлеты. Котлеты? Муа, загляди меня. Нет, спасибо. Ну ладно, и тебе не хворать. До свидания. До свидания. Ой, нет, больше в 5 утра я точно вставать не буду. Итог, это все варится из рук, не выспался, еще и спина болит. Вот никакого толку от тебя, Клава, никакого. Ты сидишь только, а пользы ноль. Не помогаешь мне ничего. Клава, хватит мечтать, проснись. Клава! Ты что ты орешь, блин, Люда? Я говорю, хватит мечтать, помогай мне как бы. Мне тоже сложно, у меня и вот так уже спина болит. Ты хватит, дай мне помечтать ты хоть один раз в жизни, я же заикаюсь уже. Да. Ты меня уже, блин, достала. Да ты каждый раз, когда работаешь с картошкой, дай помечтать, можно я не буду все делать и все такое. Я только тут работаю. Нет, просто я думаю, что откуда ты тут парень-то московский, а? Приехал. Что я тут ветром что ли надуло? Приехал такой, расфуфыренный на фуфыренный. А мы там с ведрами и стазами, блин, проходили мимо него. Да тебе все понятно. Тебе только одни парни интересуют, а не работа. Людк, а Людк? Фу! Деревня! Москвич! Куда намылился? О, знакомые лица! Я тут церковь смотрю! Понятно, в Москве ничего тебе не интересно, приехал сюда. А где Клава-то? А, Клава пашет за меня, потому что надо было работать, а не дурака валять. А я его на рынок пойду. А, ну раз такое дело, то как с Клавой-то познакомиться? Влюбился, ну. Короче, Клава не любит таких, как ты. Пошли. Вот с этой панамкой точно будешь похож на умненького, а то как разгильдяй ходишь на тачке из Москвы. А чёчки ещё приодень вот так вот. Да. Это тебе сачок и там ведро с бабочкой. Будешь бабочек ловить. Угу. Только вот так одень. И энциклопедия. Что ты мне понадевала? Стоишь, радуешься. Чё, это нормально. Она любит умненьких. Поэтому иди сейчас на поле. И очки вот постоянно вот так поправляй. И все. И мы туда подойдем, и она тебя точно полюбит. Иди уже.
Да сколько мне еще стоять здесь с этим сачком жариться? Какими темпами не дойдем до рынка? Да все мы успеем, у них там знакомая одна есть. Что ты меня останавливаешь? Да ты не видишь, паренек нам дорогу перегодил. Новый на деревне. И что? Вон сидит как раз таки умный парень. Как тебе нравится? Не то, что тот москвич в машинке. Ну да, с этим я соглашусь. Сидит, видимо, энциклопедию какую-то читает с очком. Наверное, бабочек ловит. Ну что, иди познакомься, я не против. Можем... У меня появилась идейка. Давай не пойдем мы с тобой на рынок, а пригласим его на чай. Может быть, нам получится с ним подружиться, он нам расскажет, что он здесь делает, кто он такой, до чего он сюда приехал. Да, пошли. Привет. Здравствуйте, дамочки. Мы хотим тебя пригласить на чай. Вот наш дом, совсем недалеко. Пойдешь с нами? Не, мне еще нужно целых две бабочки поймать. Никак не могу дождаться. И надо еще книгу сдать в библиотеку. Ну ладно. А как тебя зовут-то? Алешка. Понятно, Алешка. Ну, в другой раз. Пошли. До свидания. Яблоки сейчас поспеют. Надо, кстати, еще цветы полить, а то жарко капец. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит. Чё ты, Клава, делаешь? Клава! 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 Хватит! Ты мне что, настроение испортила? Да ты задолбала меня уже с этим москвичом. Сидит, любит, не любит, думает о нем. А кто работать будет, Клава? Я даже не о москвиче твоем поганом думаю. А о ком? Ой, да, о том, который нам на поле дорожку перегородил. Все-таки вот. Какой он славный. Клава, быстро ты перебываешься. Взяла лейку и пошла работать. Да подожди ты, иди сюда. У меня к тебе один вопросик имеется. Слушай, что-то он как-то не хочет с нами общаться. Даже на чай не пришел. Как не понравится этому бабочковеду? Ничего ты не знаешь. Пошли, покажу. И завершающий штрих – это такая красивая золотая сумочка. Так, вставай, давай я тебе ее одену. Ой, зря я на это подписалась. Да почему? Золотая сумка, всякие платья, золотые украшения. Ты серьезно думаешь, что я в этом понравлюсь бабочковеду, который читает энциклопедии? Ты сейчас серьезно? Просто доверься мне. Пошли, так надо. Ну, привет. Привет. Так это ты? Класс, я тут вообще... А-а-а! Копать. О! Чё ты стоишь? Ах, не... Ой, сама только здесь стою, работаю. Фу. Проснись и пой! Все из рук валится, хотя у меня ничего не упало. Да, столько дел переделали, завтра решу коров давить!